Спортивный скандал в Иванове не сошел на нет. В среду стало известно об увольнении из должности директора спортшколы номер 9 Марины Шпехт. Основание – пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса. Приказ подписан заместителем мэра Владимиром Пигутой и председателем городского комитета по физической культуре и спорту Олегом Дашиным. Напомним, в ноябре минувшего года, когда новый городской чиновник от спорта был только назначен на эту должность, преподаватели и родители воспитанников спортшколы выразили ему свое недоверие. По этому поводу даже провели митинг у стен мэрии. Сами чиновники тоже в долгу не остались. Организовали собрание спортивной общественности, на котором публично осудили действия руководителя бунтующей спортшколы. И вот закономерный итог противостояния. Знаменитую гимнастку, мастера спорта международного класса, снимают с должности. Правда, вероятнее всего, на этом история не закончится. Однозначно в судебном порядке решать вопрос я буду. В связи с тем, что считаю данное увольнение незаконным, и основания для данного увольнения незаконными.